Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я расскажу, как перезимовали деревья, укрытые вот такими каркасами, которые вы видите на заднем фоне. Осенью прошлого года я сделал каркасы и в зиму защитил деревья от животных, которые здесь гуляют и могут повредить кору деревьев. Видео об этом есть на канале, если еще не видели, можете посмотреть, ссылку здесь оставлю. Я прошелся по всем укрытым деревьям, посмотрел по внешний вид их. Никаких повреждений коры я не обнаружил. То есть можно сделать вывод, что такие каркасы защищают от проникновения животных, от повреждения деревьев в зимний период времени. Поэтому, в принципе, можно использовать такой вариант. Осталось теперь дождаться, как же сами деревья перезимовали, потому что холода были достаточно серьезные. Температура опускалась до минус 34 градусов. В январе один день был. Поэтому буду дальше смотреть за тем, как они будут развиваться, просыпаться после зимы. Весна у нас в этом году ранняя. Вот сейчас даже еще начало апреля, а уже температуры дневные достигают там 14-15 градусов. Я думаю, что такая температура способствует раннему пробуждению деревьев после зимы. И поэтому мы уже где-то к концу апреля, в начале мая уже увидим результаты, какие деревья перезимовали, какие частично перезимовали верхнюю часть. Так что будем дальше смотреть, но это будет уже в следующем видео. На этом все. Если вам видео понравилось, нажимайте мне нравится. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь. До встречи в новых видео. Пока.